Страны Африканского Рога, Кения, Сомалия и Эфиопия страдают от самой сильной за последние десятилетия засухи. За 18 месяцев здесь не было ни капли дождя. Гибнут животные, а земля остается пыльной и бесплодной. По данным ООН, от голода и недоедания страдают порядка 20 миллионов человек. Нехватка воды и пастбищ вынуждает многие семьи покидать дома и уезжать в города.